И снова всем здравствуйте. Сегодняшний у меня поход за соснами. За шишками сосны, вернее. Вон там сзади меня они. Сосенки. В этом году мало шишечек. Но мы уже чуть-чуть насобирали. Ой, комарики сегодня жигают. Погода стоит не ахти. Вот такая погода сегодня здесь у нас. Вот прям вот такая вот. Уже дождик накрапывал несколько раз. Вот сосенки. Вот такие вот хорошие они. Вот уже жарочки расцвели. Огонечки, так называемые. Примерно вот такие вот они здесь. Вот такие. Это поближе, это подальше. Пойдем дальше. Там он друган, который меня позвал, чтоб скучно не было. Тут молодняк вот еще. Ну как показать там? Где они у нас? Ну, где-то там, наверху. Погода, говорю, плохая. А так вообще они хорошие. Сосна быстро растет. Быстрее, чем ель, кедр. Вон какие у него макушки. Скоро надо будет за пыльцой идти. Уже надо собирать. Вот пыльца. Вот эти вот шишечки собирать. Сейчас покажу. Вот эти шишечки будем собирать. Надо собрать их не зеленые, а такие полуготовые уже. А потом домой приносишь их, расстрел, они бух у тебя и в пыльцу превратятся. Потом пыльцу эту с медом. И ням-ням. Я сейчас эту съем. Ну, это... Ну, опять же, на любителя. Такая вот погодка здесь. Вот на маленькой поросли нету шишечек. В этом году их вообще мало, я уже говорил же. Они еще махочки, махочки. Сейчас покажу. Вот там они, вот они. Видно, да? О, более-менее. Вот столько уже нас собирали. Бывает, вон таких на маленьких подойдешь, она усыпана, все. Собрал, не наклоняться, не тянуть их. Все будет хорошо. Вот здесь я тоже не вижу. Вот старые есть. Засохшие. Сейчас вон к той сосне спущусь. Вот к этой. Она раскидистая. Ее хорошо наклонять. Вот сейчас попробую. Вот так вот беру я ее. К себе притягиваю, ловлю. И показываю. Вот она шишечка. Вот она шишечка. Одна. И все. И больше я на этой ветке их не вижу. Может быть, где-нибудь есть. Но их надо приглядываться. Вот она, единственная. Сейчас. Ну, примерно так. Кажется, дождь собирается.
А как я завернула-то, а? К жизни тянутся все. Смотри, четко все. Кому-то пальмы нравятся. У нас такие сосеночки. Зашел еще куда, сам не знаю куда, в лог спустился. Здесь вот так вот, вот огоньки жарки расцвели уже в полный рост. Березки вот так вот стоят прям четко. Лесочек зашел. Да, походу лесопосадки. Это точно лесопосадки. Такая здесь красотень. Сосновый, березовый лес. О. Ходи, собирай грибочки. Вот все рядочками. Все рядочками посажено. Это было лет 50, наверное, назад посажено все. Что тут хорошего есть? А тут вон огоньки. Попадаются. Вверх не полезу, пойду маленькие искать сосенки.